Сейчас в этой войне две стороны основные. Это Россия и Украина. И здесь совершенно понятно, что, как всегда, обе стороны виноваты. Но кто виноват больше, это очевидно. Тот, кто агрессор. Тот, кто агрессор, тот и виноват. Поэтому, если ошибки были с украинской стороны или со стороны Запада, который всегда поддерживал целостность и независимость Украины, то это перекрывается тем ужасом, который Путин и Эдко, да, и его мафия, так сказать, принесли на украинскую землю. Я тоже, к сожалению, не могу отказаться от русского паспорта. А даже если откажусь, то 24 февраля я еще был российским гражданином. Хоть и не был там 19 лет на сегодня, но тем не менее, так сказать, продолжал оставаться, к сожалению, российским гражданином и разделяю эту вину вместе со всеми.